Привет, друзья! Сейчас самое подходящее время, чтобы заняться собой и привести свое тело в порядок после новогодних праздников. Многие мечтают иметь кубики пресса, накачанную грудь, сильные руки, ровная и мощная спина, упругие ягодицы, мощные ноги. Но не забывайте, что есть очень важный аспект красоты, как здоровье. Поэтому на сегодняшней тренировке мы займемся и красотой, здоровьем, и рельефом. План домашней тренировки включает в себя разминку, 3 уровня сложности и заминку. Если вы готовы, приступаем. Начинаем с разминки. Первое упражнение. Делаем махи руками. Кому тяжело, можно ноги вытянуть вперед. Делаем такие необычные махи. Стараемся делать с высокой амплитудой. Дальше выравниваем руки. Делаем, спина остается на месте, работают только руки. Делаем наклон в одну сторону, в другую сторону. Стараемся максимально разогреть тело. Еще упражнение. Достаем, как будто касаемся каких-то предметов. Здесь хорошо прорабатываются грудные мышцы. Хорошо. Ноги вперед. Делаем вправо, влево. Еще одно упражнение. Крутим велосипед вперед. Назад. Еще раз вперед. И назад. Поднимаемся и делаем еще раз касание и добавляем верхнее касание. Теперь делаем больше разворот туловища вправо, влево. Кому удобнее, можете ноги поставить. Вытягиваемся вперед. Вверх, вперед, вверх, вперед, натягивая заднюю поверхность бедра, вверх, вытягиваем позвоночник вверх, еще раз, вперед, вверх, вперед, вверх, и еще раз. Приступаем теперь к основной работе. Первый уровень. Первое упражнение. Пресс 10 раз. Шею не сгибаем. Как бы стараемся достать. 8, 9, 10. Переворачиваемся. Спина 10 раз. Раз. Третье упражнение. Отжимание с колен. Узким хватом. 8, 9, 10.
упражнение для ягодиц. Раз, два, три, четыре, пять. Второй уровень. Без пауз. 10 пресс. Добавляем упражнение на скручивание. Локтем достаем колено. 6, 7, 8, 9, 10. Смена ног. Раз. Пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Не забывайте дышать. Спина. 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второе. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Отжимание с колен. Узкий фат. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Руки ставим на широкий хват. 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Ложимся на спину. Делаем 10. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10. Третий уровень. Пресс. 10 раз. Семь, восемь, девять, 10. Скручиваем. Шесть. 7, 8, 9, 10. Другая нога. 6, 7, 8, 9, 10. Добавляем боковое скручивание. Боковой пресс. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переворачивайтесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
10. Руки подкладываем под бедра. Лбом упираемся в пол. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Девятнадцать. Двадцать. Руки в стороны. Делаем такие амплитудные движения. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Чуть приподнимите корпус. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Ложимся на спину. И делаем наши ягодицы упругими и ноги мощными. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одну ногу выравниваем. Делаем подъем одной. Раз. Два, три, четыре, пять. Поменяли. Раз, два, три, четыре, пять. Переходим на отжимания с колен. 10 раз. Узкий фат. Два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Руки ставим пошире. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не прогибаем спину. Семь, восемь, девять. 10. И концовочку нужно сделать. Вместе ставим руки. Делаем 5 раз. Раз. Два. Выталкиваем себя. Три. Четыре. Пять. И в концовке делаем заминку. Одну ногу подтягиваем себе. Стараемся расслабиться. Дыхание спокойное. Смена ног. Взяли две ноги в замочек. Сделали движение вправо. Влево. Перекатились еще раз. Кто может, когда привели дыхание в порядок, сделаем еще два хороших упражнения для заминки, чтобы вытянуть наш позвоночник. Запрокиньте ноги за голову. Остаемся в этом положении пару секунд. И постепенно позвонок за позвонком опускаем ноги. Стараемся руками придерживать себя. Поочередно одна нога, вторая опускается на землю. И сделаем еще раз. И постепенно опускаемся. И еще раз. И постепенно
Опускаемся медленно. Переворачиваемся на живот. Приподнимаем корпус. Стараемся шею не зажимать. Максимально расслабим наш пресс. И ложимся, отдыхаем. После 2-3 занятий вы почувствуете тонус в плечевых суставах. Почувствуете, как у вас укрепляются грудные мышцы, пресс, спина. И полностью уверенность в позвоночнике будет намного выше, чем сейчас. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. До скорой встречи!